Виталий Сергеевич и Тамара Федоровна танцуют так же душевно, как и 50 лет назад в день свадьбы. Будто только недавно познакомились у автомата с газировкой. Хотя с тех пор у них выросли две дочери, родились три внука. Юбиляры говорят, за долгую жизнь чего только не было, но они сумели сохранить уважение друг к другу. Терпели и хорошее, и плохое. В жизни это не бывает гладко, что вот на и все, нам нет. Тем не менее... Жизнь строим мы, и мы ее стараемся сделать такой, чтобы она была прекрасна. И также как бы поддерживаем друг друга вот все 50 лет. Чита Калининых – одна из пяти пар, которых чествовали во дворце бракосочетаний. Все золотые юбиляры были внесены в почетную книгу гостей дворца и поставили подписи, как и полвека назад. Вы прожили достойную жизнь. Ваша жизнь была наполнена яркими событиями. Рождением детей, внуков, работой. Ваши отношения – пример для окружающих. И вы – пример для всех жителей Самарской губернии. У каждой пары своя удивительная история, но всех объединяет одно. Они сумели сохранить самое ценное в жизни – семью. Ведь именно крепкие семейные отношения являются важнейшей основой государства, о чем часто говорит и губернатор Самарской области. Так будем работать, создавать все условия для родителей, для детей, для воспитания их. Для того, чтобы они росли полноценными, гармонично развитыми, со знаниями очень глубокими. 50 долгих лет любви, верности, преданности, счастья и самое важное – огонь в глазах и уверенность, что впереди не меньше. Андрей Горгуленко, Алексей Золотенков. События.